Доктора Айболита и его пациентов готовят к реставрации. Скульптурная композиция рядом с детской поликлиникой Мирного не видела ремонта более 10 лет. За это время фигуры потеряли первоначальный вид. На прошлых выходных участники народного актива и молодой гвардии убрали многочисленные слои старой краски. Мы решили, что нельзя оставлять ситуацию на таком уровне. Поэтому переговорили с ребятами из молодой гвардии. И сейчас занимаемся его восстановлением. Это общественная инициатива. Совместно с народным активом также переговорили. Выделяются средства на краску, на кисточки, на шпатели. Новый вид скульптуры приобретут к концу июля.